сегодня к нам присоединился губернатор Алтайского края, председатель правительства Алтайского края Виктор Петрович Стаменко. Начинать день с зарядки предпочитают не только волонтеры Алтайского края, но и сам губернатор Виктор Томенко. В Сочи он прибыл на Всемирный фестиваль молодежи. Здесь собралось более 20 тысяч участников из 180 стран мира. Среди волонтеров и представителей Алтайского края. Работы у них много, поэтому без разминки не обойтись. В основном они встречают гостей, а также занимаются логистикой и аккредитацией. Люди приходят, пройдя аккредитацию, приходят в центр экипировки и стоят в растерянности. У нас 40 стоек. Я с моей коллегой, мы стоим, говорим, так, проходите к стоечке, вот такой вот, добрый день, вам нужно делать то-то, то-то. Форму нет, извините, мы не меняем. То есть мы встречаем людей на входе в зону экипировки, помогаем им сориентироваться. Несмотря на расстояние в 3000 километров, частичка Алтайского края все же в Сочи появилась на выставке «Россия в миниатюре». Это уменьшенный памятник Василия Шукшина с горы Пикет. Его сделал наш мастер Александр Деменко. Рядом с копией иностранцы могут обнаружить QR-код, который расскажет о личности знаменитого писателя. Виктор Томенко не только позитивно оценил миниатюру, но и пообщался с делегацией Алтайского края. Я записала прям контакты: Кения, Шри-Ланка, Индия. Они все хотят поступить в медицинский университет к нам. Мы осмысленно вот проводим эту молодежную политику. Везде, ну, во-первых, у нас традиции в крае хорошие. Во-вторых, мы за счет нашего АТР, участия в множестве форумов, кто где проводит, и по Сибири, и по стране, все время своих делегатов отправляем. И лучшим стараемся напитаться. Всего из Алтайского края на фестиваль было подано свыше 3000 заявок. Однако пройти отбор сумели лишь 82 человека из разных сфер. Это ученые, предприниматели, спортсмены, медики, экологи и другие представители молодежи. Фестиваль продлится до 7 марта. Данил Кузнецов, «День с толком»,